Улу-мулу это, конечно, хорошо, но... Я не могу оставить столько опыта. Надо позвать друга. Что ты за орк? Настоящие орки не уклоняются, бьются до последнего. В открытую. Так, мне не дали позвать друга. Тем не менее, я это сделаю все-таки. Он мне поможет с шаманами. Даже орка одного убил. Но это все были слабые орки. Здесь уже орки поприличнее. О, демон. Хотя нет.
Давай, пошли. Если вдруг что-то пойдет не так, вся ставка на тебя. Ну нет, все прошло гладко. В храме мне потребуется свет и смерть нежити. И демон. В одном или двух местах может пригодиться. Огненный дождь. Свиток курочего портала есть. Максимальная польза от демона — это в боях с какими-нибудь сильными одиночными монстрами. Там он во всей своей красе может раскрыться. Ладно, все, уходи. Теперь ты мне только мешаешь. Амулет кольцо, в смысле амулет и меч на 92. Амулет на плюс 20 ловкости. Неплохо. Так, все, там тупик. Почему нет амулета плюс 20 к силе? Или я его просто не находил?
Вот здесь можно воспользоваться свитком врачьего портала. Это если нет желания воевать с орками. Но воевать с орками даже так весело. Хорош тебе уже. Здесь можно пофармить скелетов. Скелета мага. 5 свитков. Что вы делаете? Куда вы бегаете? Что делает этот дикий скелет? Вместо того, чтобы пытаться меня убить, он... Так, этот второй же свиток тратит. Третий. Призывай скелетов, вот не надо этой пуляться. Четвертый свиток пошел. Это заклинание света, конечно, такое немного раздражающее, но оно намного удобнее, чем факел. Давай. Покажи, что умеешь. Нужно больше скелетов. Были все или... Похоже, все потрачено. Да.
Красный, желтый, фиолетовый. Вылазили. Еще повелитель скелетов. Давай, призывай. Ты готов. Это второй. Прости, друг. Четвертый пошел. Да, последний. Маки или кто, в конце концов? Куча эликсиров и какой-то топор.
топор. Это много всего она открывалась. Давай, прыгай. Лука две стрелы. Это нужно будет для совершиться. Сначала я тебя отправлю в путешествие, чудовище. Доставай же пушку. Замуровали. Хитрая ловушка с шипами. Бонус к ловкости 8. Неплохо. Защита от огня 5 бесполезна. Бонус к силе 3. Нормально. Так, кнопку нажать. Что примечательно, здесь это не отображается, что можно осмотреть что-то или что-то взять. Бонус максимальной мане 15. Солидно. И еще 15. Так, можно эликсирами накачаться. Пользоваться пушками. В смысле, луками, арбалетами на халяву. Ну а плюс 30 к мане, это вообще прям... То, чего мне сильно не хватало. Теперь я почти полноценный маг. Пятьдесят пять магии. Учитывая, что смерть нежити стоит 5 маны.
Блин, такая халявная халява. Что у меня одето? Защита, защита, защита. Вообще прям буквально единицы силы не хватает, чтобы ползунов убивать. Нужен еще один эликсир на плюс 3. Вообще они неплохо так пробивают. Здесь самый опасный шаман. Потому что парализует. Можно вообще ничего не сделать. Просто простоять в параличе. Пока он меня там наяривать будет. Ему нужно защиту от магии одеться. Что у меня там есть? И, пожалуй, можно позвать друзей.
Отлично, скелеты справились. Можно обратно свое боевое деваться. Так, кольцо. Мне нужно кольцо поменять. Можете пока со мной побегать. Не мешайте. Так, здесь был. Отстали. Посмотрим, кому следует готовиться к смерти. Ты, гнилой труп. Но мое кунг-фу сильнее. Так, что там? Еще на силу.
Эх. Что ты делаешь? Получилось же в первый раз. Давай, соберись. Понятно. Ладно, пойдем в обход. Теперь вполне хватает. Проваливай, тебе здесь не место. А ты хочешь меня остановить? Да, я остановлю тебя, чтобы ты не смог отвлечь моего учителя Голома. Он готовится к пробуждению спящего. Не пытайся нападать на меня. Верховный жрец передал Голому и нам часть своей силы. Мы стали бессмертными. Сейчас я тебе покажу, насколько ты бессмертен. Приготовься к встрече с Создателем. Ты посмел напасть на меня, червяк? Ну подожди. Кажется, он слегка преувеличил насчет бессмертия. Хитрая ловушка. И еще плюс 8 к ловкости. Так, где там мой лук? У меня даже 32 стрелы. Бежим. Сколько у меня там ловкости? 33. Получается, 23 очка получил на халяву. По-моему, должен был призваться демон. Демонов почему-то не завезли.
Жаль. Здесь можно бесконечно поднимать опыт по 600. Друзья, вы что-то в засаде сидели, что ли? Они... Так, если я еще раз... Судя по звуку, то они где-то призываются. Все же. Но должны прямо здесь. Видимо, баг. Ну ладно, хотя бы двух. Тоже неплохо. Хотя я бы штук 6-8 поубивал. Полечиться хотел как раз. Эй, друг. Почти ведь убил. Не стоит их недооценивать все-таки. Какая халява. Хорошее кольцо здесь. Еще бонус к силе. Так. Ну, для начала сюда. Так, все, хватит любоваться красотами. Пришлось немного отвлечься. Так, ну, шипы не убивают, насколько я помню. Моментально. Поэтому... А, это прямо сюда и ведет.
Снять позу за стол. Так, это выход к храму. Сейчас сюда еще рановато. Но раз уж пришел. Все пооткрывал. Вот так раньше изображали лифты. Акробатика бы сработала. Отлично. Один из лучших топоров. Кулак варвара, 98 урона. Что лучше отпиться. От огня, от магии. Ну, такой себе.
Эй, не надо так. Это было как-то очень близко. Странно, как-то быстро закончился эффект. И там есть мост, но если сработает акробатика, я и так смогу долететь. Если не сработает, то прямо в ад. Отлично. Как обойти хитрую ловушку? Не менее хитрым способом. Не может быть целью. Так бы сейчас раз и готово. Насколько ты опасен, я не помню. Нет, совсем безопасен. Черт, взять не могу. Ладно, возьму эликсиры.
Все, пора уходить. Настало время отправиться в храм. Прямо по шипам. Блин, они все-таки больно бьют. Никакая броня не спасает. Сейчас я надаю тебе по шее. Может, демона позвать? У него с такими стражами разговор короткий. Чтобы маня еще бы пару раз по пятнашке, но здоровье тоже неплохо. Но требуется, как ни крути, а чаще, чем магия. Так, это же эликсир маны, по-моему. Тут меня прям накачивают перед. Еще ловкость 8. А вот нормальный эликсир. Бонус к силе 8. Семьдесят магической силы, 40 ловкости. Солидно, солидно. Получить захотел. Сейчас я надаю тебе большой.
демон. У меня на тебя планы были. Вот, ты там. Да. Слушай, не агресс, это все сразу. Пробовать на нем заклинание подчинения использовать. Нельзя, да? Еще один глаз воина. Первый был в новой шахте. Выглядит внушительно. Последний шаман. Твой драгоценный спящий скоро проснется. Но он бессмертный. Ничего себе! На нем не царапины. Нужно какое-то другое средство. Теперь ты умрешь! Пора уходить отсюда. Блин. Такая плюха вдогонку прилетела. О, демон возродился. Оружие-то более могущественное уже найдено. Нужно только его. Довести до ума. Высший храмовый страж, обычный храмовый страж.
понял. Высший храмовый страж это... Эй, ну же. Вполне себе солидно. Надо быть аккуратнее. Хорошо быть магом. А вдвойне хорошо быть быстробегающим магом. Я бы еще поискал тут, конечно. Кто где остался? О! Еще пофармить можно. Завози еще. Умри же ты, хватит. Эй, ну ты же хотел призвать, я же видел. Что ты? И? Похоже, у него закончилось все. Да.
Вот, здесь еще один специально обученный. Для прокачки главного героя скелет есть. Хватит меня бить. Эй, слышите? Зубы. Так, ты пока призывай. Я этот отойду. Уже все. К Сардосу. Я знаю, как попасть в подземный храм. Уже знаешь? Удивительно. Ты стал очень силен. Сильнее, чем кто-либо из живущих внутри барьера. Скорее всего, ты и есть тот герой, о котором говорится в пророчествах орков. Пророчествах? О чем ты? В древних книгах орков, написанных до того, как был запечатан храм, упоминается священный враг. Священный враг? Тот, кто придет и навсегда уничтожит спящего. Так обо мне говорилось в каком-то древнем пророчестве? Наверное, ты ошибаешься. Может быть, а может и нет.
Ты можешь научить меня чему-нибудь? Нет, ты еще не готов. У тебя есть талант. Я нашел один очень странный меч. Покажи-ка его мне. Интересно, на нем написано «Уризель». Я уже слышал легенды об этом мече. Это древнее оружие, которое появилось тысячи лет назад. Меч выкован из неизвестного нам металла. Никто не знает, кто был его создателем. Думаю, он обладает огромной силой, но сейчас я не чувствую в нем магической энергии. Уризель обладает огромной силой? В книгах говорится о том, что этот меч способен пробить любой доспех и справиться с любым защитным заклинанием. Как могло такое оружие попасть оркам? Давным-давно орки сумели выкрасть его у могучего воина. Они не могли его использовать, поэтому они его хорошо спрятали. Все же не так хорошо, как хотели. А можно ли восстановить силу этого меча? Да, но тебе нужно будет найти достаточно сильный источник магической энергии. Такой сильный, что с его помощью можно было бы уничтожить барьер? Да, наверное, такой. Кроме того, нужно прочесть особое заклинание, которое передаст оружию энергию этого источника. Я смогу его написать, но для этого мне понадобится время. А я пока пойду и поищу себе доспехи получше. Этот доспех из панцирных пластин ползунов сильно пострадал после битвы в подземном храме. Попробуй обследовать мою старую башню. Твою старую башню? Во время одного из землетрясений она погрузилась в одно из озер на востоке. Ее шпили до сих пор видны из воды. Там ты можешь найти некоторые артефакты. У меня не было времени забрать их. Как туда попасть? После землетрясения я там ни разу не был. Тебе придется выяснить это самому. Вот этот ключ должен тебе пригодиться. Он открывает один из сундуков, в котором я хранил самые ценные вещи. Я хочу... Я там уже как-то побывал. Еще два демона. А, давай. У меня тут еще куча оружия, которое я могу тебе отдать. За свою руду. Две тысячи. Верни мне мою руду. А потом мы, возможно, и договоримся снова. Так. Ну, благо она здесь не так далеко, эта башня. По-быстрому сбегать.
Нет, куда-то я. В ту сторону немного побежал. Или в ту. Те самые сундуки. Угу. Портал к магам огня. Можно к Гомезу переместиться, поговорить по душам. Сто пять, 25. Хорошие доспехи, но от магии все равно защищают хуже. Но ведь их же можно еще и улучшить. Только как? Нашел железные доспехи. Да, я нашел их в одном из сундуков в затонувшей башне. Он принадлежал тому герою, который сражался с Уризелем против орков. Надеюсь, я буду более удачлив, чем он. Ты уже написал заклинание для передачи энергии рудной горы Уризелю? Да, оно уже готово. Но один ты не сможешь его прочесть. Почему? Его должен прочитать сильный маг, в то время, как ты будешь держать меч над источником энергии. Что ж, мне придется найти того, кто сможет мне помочь. Возьми заклинание и верни мечу всю его былую силу. Она тебе понадобится. Но как маг я не смогу использовать Уризель. Я знаю один способ, но сначала восстанови силу меча. Потом я расскажу тебе об этом. Мне нужен Мильтон. Магом огня.
Сначала к Сатурасу хочу. Мильтон-то и здесь. Приветствую тебя, мой друг. Много воды утекло с тех пор, как мы виделись последний раз. Привет, Мильтон. С тех пор очень многое изменилось. Я бы с удовольствием рассказал бы тебе обо всем. Но сейчас на это нет времени, я очень спешу. Мильтон, мне нужна твоя помощь. Что случилось? Чем я могу тебе помочь? Я расскажу тебе об этом там, где нас никто не услышит. Хорошо? Иди за мной. Сейчас, погоди. Во имя мать! Я готов вступить в пятый круг. Да будет так. Я открою тебе истинный смысл пятого круга. Посвященный в знание пятого круга может читать заклинание рун. Огненный шторм, ледяная волна и истребление нежити. Но самым сильным заклинанием пятого круга является волна смерти. Если ты найдешь эту руну, в твоих руках окажется источник ужасных разрушительных сил. Используй ее только в случае смертельной опасности, ведь она была дана Богом тьмы. Теперь ты выучил все, что знаю я сам. Узнай пределы возможного, и ты познаешь свою истинную силу. Надеюсь, у тебя... Ах, мне одного уровня не хватает. Ну, кстати, чуть-чуть опыта, и будет шестой круг. Как раз, когда вернусь к Сардасу. Во имя... С тобой все понятно. Не появилось. Теперь рассказывай, что стряслось. Мне нужна энергия рудной горы. Я думаю, что маги воды не согласятся помочь мне получить ее. Ты шутишь? Сейчас не время шутить. Я серьезен, как никогда. Я видел Ксардаса, некроманта. Он сказал мне, что нужно делать. Ксардас? Ты меня пугаешь. Никто не разговаривал с ним с тех самых пор, как он покинул старый лагерь. Я говорил с ним. Зачем тебе понадобилась сила Железной горы? Я хочу передать ее этому мечу. Ух ты! Вот это клинок! Его имя Уризель. Ксардас дал мне заклинание, которое передаст мечу силу руды. Тебе нужно будет прочитать его, когда я поднесу меч к горе. Но если мне нужно только прочесть заклинание, но у нас возникнут проблемы с Сатурасом и другими магами. Мы должны рискнуть. Это очень важно. Важно для всех жителей колонии. Я не понимаю. Это поможет нам выбраться отсюда, поверь мне. Ну хорошо. После всего того, что ты для нас сделал, я не могу относиться к тебе иначе, как с полным доверием. Помимо этого, похоже, и Ксардас тебе доверяет. Встретимся возле Железной горы и... Никому не говори об этом. Хорошо. Встретимся у Рудной горы. За это я должен отрубить тебе руки. Ах, какой удар! Один сюда своего топора печется. Я поговорить хотел.
Ли, вставай давай, есть разговор. Ты еще об этом пожалеешь. Раньше все было. Привет, лучше, мне от тебя сейчас. Здорово. Что ты думаешь о нападении на шахту? Люди Гомеза больше не опасны. Ты много сделал для нас. Нам нужны такие люди, как ты. Спасибо. А теперь мне нужно уходить. Подожди. Возьми эту руну в знак нашей благодарности за твою помощь. Спасибо тебе. До встречи. Я не имею отношения к этому делу. Руна огненного шторма должна быть. Уже тогда было ясно, что да. Этим дело не кончится. Я не хочу в это ввязываться. Или огненного дождя. А, огненного дождя точно, вот. Не хотел бы я, чтобы со мной поступили так же. До Кроноса еще дойти. Что он там предлагает? Во имя... Вот так как голова не переключилась, я... то... Потому что у него ничего нового-то и не появилось. Со мной такого не случится. Сколько можно повторять одно и то же? Давай лучше сменим тему. Ну, уже причастность. Да, у него ничего нового. Так, сколько там? 500 опыта не хватает. Мне нужно будет 40 очков, соответственно, мне опять 5 очков пропадают, нужно их в магию поднять. Больше прокачивать нечего. Я могу... Все, пожалуй, осталось только каким-то хитрым образом доспехи свои улучшить. Спешка не наведем. И я готов. Но перед спящим, конечно же, нужно будет проведать Гомеза. Передать ему пару слов приветствия. Мне казалось, что... Ты принес меч и заклинание? Вот заклинание. Здесь ты готов? Если только кто-нибудь может быть готов к этому. Тогда давай начнем. Готово. Невероятно. Этот камень был серым, а
а теперь он излучает синий свет. Сколько можно повторять одно? Похоже, у нас получилось. Магическая сила всей этой руды теперь заключена в одном старом мече. Но, кажется, мы привлекли к себе слишком много внимания. Тебе придется воспользоваться заклинанием «Портал» для того, чтобы выбраться отсюда. А что будет с тобой? Обо мне не волнуйся. Я что-нибудь придумаю. Уходи. Спасибо, Мильтон. Ты хороший маг. А мне пора к Сардасу. А у тебя тоже такое есть, да? Понимаю. Интересно, куда он телепортировался? Хризель. Урон от магии, урон от огня. Еще и просто 120 урона. Всего 30 силы. Суровейший клинок, конечно. Я зарядил, Ризель. Невероятно. Меч снова столь же силен, как и в день своего создания. Теперь у тебя есть один из самых мощных мечей в мире. Ты говорил, что я смогу использовать Уризель, даже если буду магом. Посмотри на него. Его самая важная деталь — синий мерцающий камень на клинке. Он хранит в себе всю силу меча. Если я выну этот камень, я смогу сделать из него руну, которая будет обладать всеми свойствами меча. Магическую руну из Уризеля? Эта руна поможет победить твоих врагов так же, как это сделал бы меч. Но есть одно условие. Лишь маги шестого круга могут использовать такую могущественную руну. Угу. А на шестом круге всего лишь одна руна. Получается, у меня тогда 40 очков навыка уйдут никуда, если я не собираюсь разбирать меч. А я не хочу его разбирать. Но посмотреть-то стоит, что там за руна. Может, у тебя наверняка что-то появилось. Я... Снова свитки, демоны и прочее, прочее. Големы, демоны, армия тьмы. Держи, друг. Мне все вряд ли пригодится. Яйца ползунов так и... Не нашел, куда потратить. Чары забираю, так и не придумал, как ими пользоваться.
Страх, огненный шар, огненная стрела. Дождь все-таки не отдам, шторм отдам. Ледяная глыба, свет. Сердце големов тоже забирай. Была бы какая-то алхимия, я бы, может, что придумал. Как использовать? Тут уже и так перебор. Все, облегчил инвентарь. Давай посмотрим руну. Ты можешь научить меня чему-нибудь? Я посвящу тебя в тайны шестого круга магии. Знай же, что только сильнейшие маги могут пройти посвящение в шестой круг. Это смогут сделать те, чья жизнь подчинена одному знаку. Твой знак — объединение стихий. Овладев знаниями шестого круга, ты сможешь читать заклинания любой руны. Но не забывай, что не магия служит тебе, а ты — магии. Ух ты, броник дал. 90, 20, 60, 30. Ну, от магии-то она защищает намного лучше. С магией от огня. Всего в 5 единиц уступает. Это оружие и стрел. А что? Буду тоже темным магом. Так лучше. Так, он мне руну ведь дал какую-то. А, не рун, он мне броню дал, понятно. Ладно, давай, доставай. Привет! Я... Хорошо, возьми камень из Уризеля. Это будет необратимое изменение меча. Ты действительно хочешь, чтобы я вынул камень? Да я сохранился, не переживай. Да, я хочу этого. Я сделаю, как ты просишь. Вот, возьми меч и руну. Ты меч-то не сломал, да? Просто он стал снова 90. Так, что там? О, волна смерти в Уризеле. Стоит маны 10, урон 200. Thank you.
Запробовать. В деле. Мне кажется, слишком долго. Я знал, что кто-нибудь попытается добраться до нас через пентаграмму. Но в отличие от этого предателя, кузнеца Стоуна, ты нам больше не нужен. Где Стоун? За решеткой. А ты через минуту окажешься на полметра ниже. Взять его, парни, порубить на куски. Пришло время расплаты, Стоун. Ребята, я вообще-то не за этим сюда пришел. Хочу руну использовать только. Смотреть на эффект. Если будешь лезть ко мне, ты сильно пожалеешь. Теперь ты отказал мой черед. Пощады не жди. Да ё. Он удирает. Хрен еще использовать. Во время расплаты настал мой час. Настал мой час. Пощады не жди. Ну, как-то не очень. Так, где там сохранялся последний раз? В бою ее использовать практически невозможно. Лучше каким-нибудь огненным дождем буду пользоваться, наверное. Так, ну на этом все. Следующий эпизод будет последним. Кузнец Стоун как раз тот, кто улучшит мой доспех. Ну и там храм спящего и конец этой истории. До скорых встреч!